Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить мы Assassin's Creed Liberation, дополнение для третьей части плюс ремастер от этого. Нам надо поговорить с нашим тренером, так или учителем, короче, неважно. А, наставник, вот. Помогите наставнику скрыться от его прошлого. Давайте поможем. Чё нам? Трудно, что ли? Агата, ты писала о враге. Да, далеко в Дельте обосновался опасный самозванец. Он взял имя Франсуа Мандаль. Франсуа был мой учитель. Вождь-жнец, брат, чью делу я посвятил всю жизнь. Его убили, сожгли. Я не смог помешать. Кто же тогда этот самозванец и с кем он? Ты должна выяснить это, но сначала подготовься. Что-то даже быстрее прочитал. Франсуа Мандаль отлично знал яды. Это его трубка. Отличная вещь. Одним дротиком можно убить человека издалека. Это весьма полезно, если сможешь подобраться незаметно. Но в реальной жизни работает немножечко все по-другому. Так, чё, R1. Выбрал. Ну. И куда там дальше? Ага, понял. Просто удерживаем и наводимся на цель, ту, которую надо, и потом просто отпускаем. Ничего не надо толком делать. Ну ладно, сможет она здесь залезть? Да? По лианам. Прям как третья часть Far Cry. Так, дальше L2. А, понял. Ну, понятно, ничего сложного в этом нет. Да. Так, и что дальше? А, сток сена. Но этим мы уже занимались. Изи. А, выполнил задание за 2 минуты, еще и побочку выполнил, прикиньте. Какой я молодец. Так. А как теперь к нему попасть, я не понял. Забрел, фиг его знает куда. Так. Ну что новенького расскажешь? Поближе познакомимся с болотными Дельты и его обитателями. Лже-Мандаль собирает сторонников, пытается захватить контроль над контрабандой в Дельте, добывает деньги, на что не знаю. Есть одна контрабандистка, Эльза Фафлер. Она знает здесь каждую кочку. Возможно, она согласится помочь. Мне есть чем убедить ее. Хорошо. Чтобы добраться до Мандаля, используй дротики, но завершить дело нужно более непосредственным. То есть убить. Ну хорошо, так отправляйтесь в убежище контрабандистов. Ну хорошо. Блин, жалко, что тут русской озвучки нет. Так вот непривычно читать субтитры, особенно в Ассасинах. Потому что все части на русском, просто все. Все, которые части я знаю, они все на русском.
У меня вопрос. Мне вышка когда-нибудь покажет тут? А, одну вижу. И надо будет к ней потом добежать. Давайте-ка я сразу ее обозначу, если что, я добегу до нее. А пока тогда бежим. У вас два варианта. Отдайте реку. Или сами заберем. Или умрете долго. Все три, значит. Всего три. Ты смеешь мне угрожать? У вас уродов тут меньше прав. Раздевать пасть. Слушай, что господа говорят. Нас тут больше, приятель. Оглянись, старик. Твои вояки бегут, как запах жареным. Как запахнет жареным. Да, только на ров наши, господи, госпожи только целые армии. Да и болот вы не знаете. Так, у нас 3 минуты, короче. Так, убрать оружие. Так. Просто... Да чтоб вас... Ладно, пойду вышку активирую, а потом всем займусь. А, вы уже драться начали. Хотел выстрелить, но получился. А ты что, да, птица? Не стоит благодарности, я не враг, если ты этого боишься. Я ничего не боюсь. Меня зовут Эвелаина, я ищу предводителя якобы француза Мандаля. Ищешь, значит? Дело к нему? Скорее нож. А, тогда ты в моем вкусе. Меня зовут Руси Леон. А это мой компаньон Элиза, хотя нередко ее называют иначе. Похоже, поможете мне найти их лагерь? Никто не знает и этих мест, как вы. А я помогу вам вернуть контроль над Дельтой. Я? Мы годами строили это убежище. Зачем нам помогать? Вот тебе аж 4 причины. Разве вы не хотите возить товар? Думаешь, у них один лагерь? Без моей помощи тебе не справиться. Они тут по всему. Заметно. Элиза найдет этих подонков. Так, ладно. Ну да, блин, ну жалко. Не... Сейчас пойдем на дерево. Что в третьей части, что здесь вот придумали деревья, где можно синхронизировать точки. Гениально. Ну, по сути, ну раз добавили такую механику, что можно лазить по деревьям, почему бы и не добавить возможность активировать еще и вышки на них. Ну, данная система не очень долго и продержится до Роука, а потом в Unity уже снова же дома будут. И там мы будем больше активировать.
А, это лодка так светит. Нифига себе, орлиное зрение такое прокачанное. Ой, еще одно. Ну, заметьте, за километр все видит. Так, тут еще сундучок есть. Давайте заберем его. А что-то сейчас не прорисовалось нормально. Ну ладно. Так, давайте внимательно подумаем. Есть вариант вот здесь просто тупо залезть. Так, в смысле? Или что, от этого надо? А, может, где-то здесь? Ну, по логике, да, можно отсюда перепрыгнуть. Сейчас попробуем. Может, я что-то не понимаю? Теперь я понял. Вот эта система, я понимаю. Но я надеюсь, там будет нормально, потому что это бред. Так долго залезать. 1500? Не удивлен, не удивлен. Так, чё, куда нам? Так. Карта немножечко подлагивает, хотя стабильно, вы видите, FPS есть. Ну, это видно, так карта сделана. Хотя, по-моему... А когда я играл в Liberation HD, такого, ну, как бы, не было. Что я не припомню такого. Так, ну ладно, пойдем, тут недалеко. Давайте зайдем к этому торговцу, посмотрим, что у него есть. Да, по-моему, не особо что-то у него есть. Малое оружие. А все, ну я пользуюсь томагавком Конора, разблокировал себе. Так, это стало достаточно. О, домовые бомбы, это хорошо, мне прям нравится. На все остальное не надо, карманные часы. А зачем мне покупать это? Вы хотите купить это? Да нет. А зачем мне это? Как бы, если продавать, то без проблем, а как бы, зачем я буду их покупать? Не понимаю. Можно как на канале, так и пешочком. Но мы все-таки играем за ассасина, мы пойдем пешочком. Ага, конечно. Пешочком пойдем. Ладно, тут не так уж и далеко. Здесь вот немножечко пробежался, и вот ты уже там, где надо. Ну, как я и говорил ранее, здесь карта не настолько уж и большая. По сравнению, например, с третьей частью, там, ну, реально были хорошие масштабы. По одному Нью-Йорку я пробегал там хорошенько так. Враги моего учителя, мои враги.
Гениально. Каноэ у тебя есть, или будем вечерком от крокодилов отмахиваться? Ладно, бери мое и учись живее. Я бы еще умел бы пользоваться этим. Protector of innocence, paddling instructor. Так, что там? Не влезай на объявление о розыске. Когда начались стычки с Макадалем, примерно как испанский губернатор приехал, то есть еще совпадение, как скажу тебе. Так, я думаю, лучше буду читать только лишь в заставках. Мне и там не особо, знаете, удобно их читать. Они осели у разбитого корабля и его выбросили на берег недалеко отсюда. Второй их лагерь чуть подальше, тут. Я проверю лагерь, разведай дальше. Да-да-да, мой капитан. Ой. Хорошо, об этом не билось. Проиграла бы. Ты смотри, не царапина. Вот это трофей. Я из аллигатора. Эвелина, господа, госпожа среди крокодилов. Своя вожака видит издалека. Ладно, если не прикончишь мезавса тут, ждут тебя у второго лагеря. Вот спешно... Так, проспешите за 3 минуты, хорошо. Сколько нам осталось? Понимаю. А, тут уже еще надо выбирать. Так, ну давай выберем. А я могу прямо отсюда уже их делать, да? Просто изи.
А, я понял, где-то здесь прям вход уже был. Иногда что-то действие не срабатывает. Мне прям это не нравится. Мой верный друг, день священного обряда приближается. Ничего я не жажду так, как пополнение наших рядов. Собери верных и жди моего слова. Хорошо. Так. А куда идти-то? Хорошо. Хорошо. Но все равно любят гонять из конца в конец. Ладно, добежим. Ничего не потеряем. Так, вижу. О, а вот и вышка. Какая из них? Какое из них дерево, алё? Так. Ну, скорее всего, так и так сюда надо будет сейчас забежать. Так, ну вот это дерево. Чё, не пройдешь? Ты чё, издеваешься? Так, и вот отсюда можно. Еще один кусочек карты будет открыт для нас. Прыгает она просто сумасшедшая. И как она вообще допрыгивает? Да уж. Ну. Не издевайся, ну пожалуйста. Спасибо. Решил застрять, прикиньте. Как плохо она поступает. Но вообще болото не рекомендуется прыгать. Там фиг знает, где большая глубина, где нет. А там рандомно, скажем так, бывает. Ну все, идем тогда. Снова все это оббегать. А ты-то что тут делаешь, торговец? Да, конечно, я понимаю, я сумасшедший, тут бегаю так. А, может, там лагерь просто разбил. Может быть, может.
Извиняй. А, в смысле? Здравствуй. Пощадите невинных. Цела? Я смотрю. Что нашла? Письмо от труса Макадаля. Он готовит какой-то обряд. Вуду? Да, но что? Власть, что же еще? Покажи, что тебе служат духи, особенно злые. И народ сделает все, что ты прикажешь. Это и есть магия. Так, 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 следовать за Эльзой. Ну погнали, Эльза. Вон там, за деревьями, не видно. Стой, я знаю этих ребят. Это беглые рабы, наемники из Санджина. Такой потрёбанный. Правда, его и городом-то и не назвать. Кучка лагуг, прям деревня, не те из твоего лагеря. Руслеона они не радовали, но потом привык. Прошу не трогать этих бедолаг. Разумеется. Ну удачи, давай, если что, я буду у себя. Да, конечно, всю грязную работу делаю я. Ну, замечательно. Не убивать никого, кроме... Извиняй, я не знал. Обыскай сундучок. Сундучок. Я надеюсь, тут у тебя хорошая добыча. Мой верный друг, приготовление завершено, и мы проведем наш обряд в Иванову ночь. Собери моих людей. Иванову ночь? Хорошая ночь, мне прям нравится она. Только, к сожалению, сейчас ее никто не празднует. Я не знаю, может, некоторых как бы еще где-то празднуют, но... Ну, по большей мере, все уже из-за этой короны. Раньше, я еще помню, был праздник День защиты детей, тоже праздновали. А сейчас такое чувство, как будто этого праздника никогда и не было. Ну все, я поработал. Он мало и промах. Ну и где Элиза? Я тебе не гожусь. Я оскорблен. Что же ты нашла, скажи? Наперсник из-за меня не хуже, чем из нее, клянусь. А, наперсник? Может, напарник? Мне нужен не наперсник, а источник сведения. Макадаль устроит обряд в Иванову ночь сегодня, но я не знаю где. Знаю, кого спросить, услуга за услугу. В Санджанде есть, как его, Нахари, глаза и уши этих болот. Элиза понесла ему припасы, но забыла вот это. Нынче так трудно найти честного преступника, отдай ему. Если он тебе поверит, все тайны Дельты твои. Спасибо. Да, и возвращайся, как закончишь. Есть у меня работенка как раз для госпожи вроде тебя. И еще какая работенка?
Там смеялся, как будто работенка вообще шикарная. Так, куда опять-то нам идти? Понимаю, понимаю. А быстрых телепортов тут попросту, ну, нету. Ну, нету. Конечно, я не знаю, зачем я это обозначил, но обозначил. Ну, вот, смотрите, как сюда я наведусь. Не, не работает. Может это? А что это вообще такое? Каноэ. Понял. Ну ладно. И как бежать? Плавать? Ну ладно, поплаваем. Четыреста тридцать метров. Нормально, ни много и ни мало. Кто и вот в Ubisoft придумал, чтобы карта отрисовывалась, пока мы бегаем на ней? Вот, просто вот любопытно. Что курил тот человек, который это придумал? Ну это же не весело, это же скучно. Мне нужна готовая карта, а не... Пока она там отрисовывается. И... На вышке я еще согласен. Так, пойти поактивировать их в свободное время. Нормально. А вот так вот бегать всю карту, чтобы ради того, чтобы она была открытой, ну, это уже бред. Это уже бред. Проще вышки пойти активировать, заметьте. Хотя многие вот, кстати, и негодовали за счет вышек. Поначалу фича была прикольная, вот многим понравилась. Но потом уже всем начала надоедать. Как бы так. Как бы вот так вот. Но тем временем мы почти добежали. Закончите грязную работу за учителем. Элиза! Авелаина! Макадали еще жив? Он проводит сегодня обряд. Почтенный здесь кое-что от Русилиона. Благодарю. Этот Макадаль насылает тьму на жителей Сан-Джанджа. Я помогу остановить его. Да, его тень гнездится на берегах озера Понштанстренд. Он владеет ядом, излечивается от каждого невозможного. Яд нам противоядие, но оно не остановит яд. Лишь ослабит его действие. Время не ждет. Пей это. Бывает и хуже. Наверное, спасибо. Ударим сегодня. Я приоденусь рабыней, и люди Макадали меня не заметят. Буду ждать указаний. Устроим сюрприз и Ивановую ночь.
А что, прямо здесь можно? Конечно, еще и за 500. Давай выкупим это. Ладно, у нас бабок все равно достаточно. Эта фишка, кстати, с переодеванием, она прикольная, но... Как бы... И не так уж. Потому что поначалу интересно, а потом уже не очень. Побольше бы вариантов бы переодевания было бы. Ты давно работаешь с Русселеном? Очень. Вы с ним, ну... Боже, нет, нет, пойми неправильно, я за него в огонь, но в постель с ним не лягу, будь он последним мужиком во Франции, по-моему. Как вы познакомились? Тус, Руселен меня спас однажды, и давно. Я решила за мной должок и помогла расширить его предприятие. Старик показал пару уголовок, обучил делу, если хочешь, а работа вся на мне. Я еще каким-то образом плыл это. Но в ремастере, я вам скажу, здесь вода хорошо так, шейдером очень хорошо поработали. Отражение хорошее. Вот оно, царство мертвых. Уютненько. Отражения очень такие прикольненькие. Ну, тогда в HD-версии не было такого. Хотя могу ошибаться. Если вы сдержите слово, не бойтесь, сеньор. Моим учителем был... Я знаю, кто ваш наставник, Батист. Главное, не забывай, кому ты верен. Я не подведу. Уж будь любезен. Друзья мои, готовьтесь, время обряда настало. Совершите это военное скрытное убийство в воздухе. Ну хорошо. Что-то как-то легко мы еще подкрадываемся. А вот здесь, по-моему, придется драться, да? Я зайду с другой стороны и отвлеку их. Жди пока тут. Да, мой капитан. О, молодец, прям хедшот. Куда они там убежали, вообще без понятия. А где его рука? Я что-то пропустил? А, трубка отличная вещь. Лучшая из тех, что я делал. Помню день, когда трус Агату украл ее. Он до сих пор боится встречи со мной, но я поймал его пешку. Теперь он выползет из норы. Но
А ты знаешь Агату? Так он здесь, так я и думал. Он был моим учеником. И если бы не та воровка... Кто ты? Настоящего Макаделя сожгли. Так ты знаешь историю? Хорошо, француз Мадаль был моим учителем. И ассасином. Но он проиграл. Он предал нас, и он погиб. Я не повторю его ошибки, пока не завершу его путь. Swift, precise. My treacherous brother has trained her well, but she will not interfere with our plans. No. Ну почему? Да в смысле, я же нажал. Я нажимал, что-то не хотел действовать. Это блокировочка, контратака. Что ж, придется убить тебя самому. Тебе не остановить обряд, он совершится. Убью тебя и приму за твоего наставника. Звук на секунду пропал. Твоей рукой Агаты снова предал меня. Твой медальон мне знаком. Когда Агаты предал меня первый раз, он сделал это ради той воровки. У нее был такой же. Кто она была? Как ее звали? Как? Назови ее имя. Ну зачем я орать ему? Человек уже ничего не понимает. Вот то, что вы имели в виду. Я помогу узнать правду. Что происходит? Ну это статика, вот этот Liberation, это вообще как бы, если смотреть по общей системе вселенной ассасинов, то Абстерго это первый эксперимент с ДНК Дезмонда. Если будет время, я оставлю тебе и другие подсказки. Найди. И Руду. А, это взлом системы или что-то в этом роде. Знать нового Орлеана погибнет от яда. И муки рабов будут отомщены. Труд учителя завершится. А Рика достанется тем, кто знает, что с ней делать. Либо меня примут в Орден Тамплиеров. Как условились, если будешь верен словам. Не бойтесь, сеньор. Моим учителем был... Я знаю, кто твой наставник, Батист. Главное, не забывай, кому ты верен. Я не подведу. Уж будь любезен.
Мои друзья, готовьтесь, время обряда началось. В смысле? А так должно быть? О, плакатики. Давайте-ка поснимаем. Ну что ж, сказать, плохо на фотках получаемся, да, ребят? Не надо, чтобы наше миленькое личико видели. Давайте сейчас поснимаем плакатики и можем идти куда-нибудь. Хотя, подождите-ка, давайте уже переоденемся в ассасина. Зачем нам бегать все с этой служанкой? А там уже избавимся от известности. Алло. А, вот. А, за нее вообще нельзя убрать, да? Убирается вообще за другого персонажа. Ну, как бы, за другого костюма. Понимаем. Ну да, убирается просто за другого персонажа. Так, здесь что-то есть. А что это у нас без понятия? Болотная лихорадка. Понимаю. Ну ладно, короче, ребят. Увидимся мы, ну, там, на задании. А мне опять бежать. Опять. Ладно, ребят, увидимся мы в следующей серии. Благодарю всех, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.